Смотрите, ребят, действительно сейчас идет очень много русофобии. Ненавидят нас, нашу Россию, россиянами. Мы держимся. Мы держимся. Вы держитесь вместе. Мы русские, когда вместе, мы сильны. Понимаете? Нас хотят разорвать на части. Но сука, мы за вашу свободу будем бороться. Мы будем мочить. Кто на вас, кто на вас, руки поднимет. Вы должны всегда чувствовать, наша армия за вами. На любое время вам нужна будет помощь, мы приедем в Казахстан. Заберем Казахстан, это наша территория. Не забудьте, ребят, это российская земля. Уральск забирайте первым делом. Красавчики. Только автомат в руки дай. Смотрите. У Чапаева забирайте. Смотрите. Мы на танке приедем. Бля, неделя. Очистимся Казахстан. От нацистов. Как, кого они поддерживают? Россия или Хохлов? Нет. Кого они поддерживают? Россия или Хохлов? Нацики, Хохлов. А мы Россию. И нас таких очень много. Братан, сейчас вы дай русские? Нам добро. Я поэтому и говорю, нас таких много. Молодежь. Да, только дай добро, только дай добро старик, нам. Мы все туда пойдем. Наша мужик. Родина, Советский Союз. Старик, молодежь хорошо воспитана, я вижу. Они им автомат нужен. Им надо автомат отдать, они Россию будут защищать в Казахстане. А вы сами из какой города? Да. Ребят, с какой города вы? Уральск. Уральск. Уральский, да? Уральский, да. Да. Понятно. Запад. Запад. Искренне патриоты России. Искренне патриоты России. Ну, конечно. Такие, как вы, мало. Такие, как вы, мало. Конечно, любого ушатаем. Блядь, я на вас и смотрю. Блядь, я на вас радость смотрю. У меня. Слезы просто, радости. Точно мы победим. И в Украине победим. И в Казахстане победим. Благодаря вам. Благодаря вам, ребята. В Казахстане вообще всех затащим. Что, что, Казахстан, что? Нам тоже приятно было. Казахстан, что? Нам тоже приятно. Казахстан вообще весь затащим. Красавчик. Бля, мне так нравится. Молодежь воспитана патриотически. Молодежь, красавчик. Брат. Брат. Готовитесь. Готовитесь. Георгиевский ленточка. Готовимся. Георгиевский ленточка. Российский готовы. Флаг? Да уже российский давно готовы, флаг. Я уже просто в ожидании. Вскоре на танке приеду. А вскоре заберем обратно свою территорию. Я Хубайдардиев Василий Александрович. Шатур Литки повелся на высказывание провокатора, вследствие чего сам некорректно повел себя. Прошу большое прощение перед всем народом Казахстана, потому что все мы живем в мире согласия. Остальное провокации просто. Олег дурак повелся на это. Прошу огромное большое прощение у всех. И Уральск, земли Уральска, они всегда были земли Казахского ханства. И это факт. Обращаюсь к казахстанцам, к жителям Казахстана. Мне очень приятно за свой поступок, свои слова, сказанные в эфире. Я бы хотел вернуть время назад и все изменить, но я поздно осознал это все и искренне прошу прощения. Мне очень будет стыдно смотреть друзьям, братьям в глаза. Искренне извиняюсь перед народом Казахстана в том, что я сказал, не обдумав. Я не хотел такого говорить. Это моя родина, я здесь расту, живу. Хотя здесь мои родители. Здесь мое детство. Я искренне извиняюсь. Я Митричкина Ольга Владимировна.
жители Казахстана, я вас очень вас прошу от искреннего сердца, простите, пожалуйста, за их необдуманные поступки, за их необдуманные слова. Простите, мы здесь выросли, я их здесь воспитала и родила.